Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Персифлаг. Персифлаг Авл. 34-62 год нашей эры. Персифлаг – римский сатирик, друг поэта Лукана и членов группы стоиков, выступавших против единоличного правления любого императора, если только он сам не будет стоическим философом. На Персифлаг оказали большое влияние Луцилий и Гораций, однако использование замысловатых аллюзий и своеобразный эзотеризм поэтические речи Персия можно считать индивидуальной чертой его стиля. О Персии говорили, что он писал очень медленно и, по-видимому, создал не слишком много, по крайней мере, до нас дошло только 6 его сатир. В средние века и в эпоху Возрождения Персия часто цитировали и переписывали его сочинения. Вот так вкратце о Персифлаге, римском сатирике, друге поэта Лукана и членов группы стоиков. Пока-пока, до свидания.